Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я хочу вам представить свою последнюю работу. Филя, и ты пришел. Вот такое огромное кашпо. Сделано это из джинсовой юбки. Ну и цемента. Вот в эти кармашки тоже можно сажать цветочки. Можно просто что-нибудь туда положить, чтобы было видно. Такое вот получилось кашпо. Кому нравится, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а мы пойдем делать. Сегодня мы будем делать кашпо для сада. Вот юбка пошла в дело. Так, я это надела на ведро. У меня такое вот ведро такой овальной формы. Вовнутрь я две бутылки для устойчивости напхала. В карманы пенопласта. Чтобы тут были прям карманчики. Мне хочется. Ну и сейчас будем цементом все это дело обмазывать. Сразу вам говорю честно, идея это не моя. Минус тут один. Это на несколько дней. Можно взять шорты, в общем, так же сделать. А, так вот, идея это не моя. Я поражаюсь девчонкам из Бразилии. Вот уж точно, из дерьма конфетку делают. Просто у них там без перевода. Я так подумала, думаю, сделаю. Вдруг кому-то пригодится. Может быть, кто-то не поймет, как они там делают. А я уж тут вам по-русски все это дело покажу. Прям обожаю. Живут так бедно. Прям видно, как они бедно живут. Ой, что творяют. И все это так экономно. То есть они не заливают. Вот я бы как сделала. Я бы залила бы... Это дело бетоном, поставила бы туда какую-нибудь емкость, и бетону, цементу ушло бы тут просто. Страшно подумать, как я обычно все делаю. А они нет, они вот по 100 раз промазывают. Прям сам материал. Вот я тоже еще не делала. Видите, мне туда не пролезть этой кисточкой-то. Основу сделаю. Сохнуть будет сколько. Вот, а это сегодня мне только бетон друг привез. Есть у меня в Черноморске друг замечательный, который во всех делах помогает. Так. Тут помажу. Ну что, мои хорошие, я, чтобы ваше время не тратить, вот я уже ее два раза промазала, прям по-мокрому, не ждала, пока высохнет. Вот, ну что, будем теперь ждать, пока это высохнет. Наступил следующий день, ведро я вытащила и вставила туда
место, ну, место дна, крышку от этого ведра. Буду промазывать изнутри. Я так думаю, что тут придется, наверное, раз 5-6 изнутри все промазывать, потому что так она не крепкая. Цементик развела, жидковат. Хотя, может быть, для первого раза и ничего. В общем, короче, как снаружи, так и внутри. Все промазываем, все швы. Ну, в общем, короче говоря, мажем и мажем. Наверное, темно, наверное, не видно. Мажем и мажем, мажем и мажем. Все это раза 3-4. Потом высохнет, я вам покажу. Так, ну что, промазала я внутри один раз. Еще раз снаружи промазала. Вытащила пенопласт из кармана. Налила прям туда цементику и там все вот это поразмазала. Что хочу сказать, дело муторное. Я так такой человек, я люблю, чтобы все быстро. А тут, конечно, не знаю, сколько раз. Там я смотрела у бразильянок, они там раз по 6 промазывают. Так, ну вот сейчас туда, хопа. Вот, и так проще будет. О, кармашек сейчас весь промокнет. И еще забываю все время сделать и вам сказать. Ну ладно, я приготовлю. Перед тем, как мазать цементом, надо вообще водичкой побрызгать, конечно, это дело. Эй, сама забываю, и вам забываю сказать. Ну, давай. Ну, вот. Где-то так получается. В эти карманы можно тоже посадить цветочки. Какие-нибудь маленькие или, может быть, вьющиеся. Так что все функционально. Ой, забыла включить камеру. Ну, короче говоря, развела цемент и вылила его туда на дно. А это опять мажем. Надо мазать с двух сторон. И снаружи, и снутри. Раз по 5. Вот дно застынет. И буду уже красить. Подписывайтесь на мой канал, кто любит что-то делать руками своими. Я вам еще покажу много интересного. Ну вот, пусть сохнет опять. Короче говоря. Так, из донышка я вытащила эту крышку, которая у меня была тут. Вот. И остались тут, конечно, ну, проплешины. И даже ткань джинсовую было видно. Вот сейчас я вот это дело все еще промазала. И, пожалуйста, не забываем в процессе всего места, где высыхает, спрыскивать водой. Ну что, приступаем к покраске. Крашу я просто водоэмульсионкой с колером. А потом лаком покрываю. Не грунтую ничем, ничего. Так, нормально все держится. Ну, я думаю, что понятен принцип, да? Понятно, кому как нравится. Мне что-то захотелось золотишко добавить. И вставлю еще поясочек. Высохла наша красота. Яхтенный лак. Ну, короче, сейчас я ее всю промажу и на сутки сохнуть. Собственно, юбка готова. Ремешок только, правда, такой подошел. Что, на эту юбку у меня ушло неделя. Но результат, хочу сказать, хороший. Мне нравится.